очень круто! С добрым утром, девочки и мальчики! В студии Марина Яковлева и Хрюша. Сегодня в гостях у нас популярная актриса Полина Сыркина. Доброе утро! Очень рады с вами познакомиться! Доброе утро, Марина! Доброе утро, Хрюша! Привет, ребят! Полина, а правда говорят, что для того, чтобы стать артистом, нужно к этому идти шаг за шагом, упорно? Нет, вовсе. Нет! Я вот не мечтала быть актрисой в детстве. Я училась в физико-математическом классе, изучала точные науки и готовилась к поступлению в очень серьезный институт. Странно, как так получилось. Так, а мне интересно, а почему же вы передумали? Да. Однажды я попала в театр на очень хорошую постановку и прямо-таки заболела театром. Потом я стала ходить в театр все чаще и чаще и заметила одну закономерность, что после хорошего спектакля я выхожу очень вдохновленной. Мне хочется сделать свою жизнь лучше, хочется быть честнее, добрее. И я подумала, что если актеры на сцене способны совершить со мной такие волшебные превращения, то эта профессия достойна того, чтобы о ней мечтать. А я изменила свое решение и поступила в театральный вуз, и училась на актрису. Как интересно. Значит, получается, что вы стали актрисой не для того, чтобы стать знаменитой, а для того, чтобы сделать мир добрее. Совершенно верно. Вот мы в нашей программе тоже стараемся делать мир добрее. И нам это очень-очень нравится. А мы знаем, что вы тоже дарите детям радость. Расскажите нам об этом. Да, это действительно так. В свободное от работы время я и мои коллеги-клоуны приходим к деткам в больницу, которые находятся на продолжительном лечении. А мне казалось, что в больнице работают только врачи, а клоуны должны выступать в цирке. А, конечно, в больнице главные врачи. Именно они помогают деткам. А клоуны в больнице для того, чтобы добрым словом и веселой шуткой помочь детям в сражении с болезнью. Это тоже очень важно, потому что дети, которые много смеются, они гораздо быстрее идут на поправку. Знаете, я вот совершенно не могу представить вас клоуном. Ну вот и напрасно. Полин, а я тоже не верю, что вы можете превратиться в клоуна. Ну что ж, Хрюша, Марина, тогда мне придется вам доказать. И у меня для этого кое-что есть. Ой. Так, что это такое? Подождите, одну секундочку. Я не должен ничего пропустить. Итак, леди и джентльмены, девочки и мальчики. Впервые на экране превращение Полины Сыркиной в клоуна. Да. Интересно. Я принесла с собой кое-какой реквизит. Хрюша, тут и для тебя есть кое-что. Ох, как интересно! Нам это поможет превратиться с вами в клоунов. О, красота! Хрюша, да. Как тебе? Нравится. Нравится? Можно тогда примерить? Это будет твой. Так-так-так! Смотри, как свежо. Ля-ля-ля-ля-ля. Я возьму, пожалуй, вот этот. Оп. Красота! Бантик. Марина. Бантик. Так, мне, да? Конечно. Мы все втроем клоуны. Да, Хрюшенька, именно так. Вот, смотри, какой ты красивый. Ой, здорово. Мне нравится. И самое главное, какой же клоун без носа? Так. Ну что, теперь веришь? Да, верю. Наверное, надо, как клоунам нам, надо что-то сказать. Ну да, ведь для того, чтобы быть настоящим клоуном, нужен не только одеть парик на голову и носик, да? Конечно, этого недостаточно. Но для начала можно, например, говорить каким-нибудь смешным голосом. Как у тебя. Здравствуйте, девочки и мальчики! Или заготовить какие-то веселые шутки, или, может быть, фокусы. Вот смотри. Оп. Фокусы? Оп. Нету ничего. У тебя вот. Ой! Или, например, нарисовать смешной портрет. Хрюш, например, твой. Портрет? Отлично. Вот у нас есть, кстати, бумага. Да. И вы с собой еще принесли, я смотрю, карандаш там, да, или маркер. Что у вас? Да, у меня есть тут разноцветные фломастеры, маркеры. Ой, рисуйте меня, рисуйте. Вот таким, какой я есть сейчас. Сейчас, Хрюша. В зеленом паричке. Получишь большой индивидуальный портрет. Возьмем поярче что-нибудь. Здорово. Ля-ля-ля. Не надо замерить, не надо. Замри, пожалуйста.
Я же серьезный художник. Конечно. Оп. Ой. Там, Марин, там самое главное, чтобы в моем портрете, мне очень всегда хочется, чтобы получился носик. Хрюш, носик получился мой... просто замечательный. Да, мой хороший. Ой. Я стараюсь не двигаться, но у меня ничего не получается, но я стараюсь. Старайся, старайся, Хрюшенька. Модели быть очень тяжело. Да. Вот, и осталось бантик нарисовать. Бантик? Конечно, у тебя такой красивый бантик. Хорош. Итак, ты готов? Да, я готов. Вуаля. Ой! Ну, точный портрет. Красота! Поразительное сходство. Ой, повешу его себе на стенку. Что ж, Полина, так не хочется с вами расставаться. Спасибо большое, что пришли к нам в гости сегодня и подарили такое хорошее настроение. Спасибо вам большое. Мне было у вас в гостях очень хорошо. Приходите к нам еще. С вами было очень весело. С удовольствием. И еще подпишитесь на мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там классные фото и видео. Подпишитесь. Хрюша, я давно подписана на твой инстаграм. Ой, это здорово, тогда лайкайте. С удовольствием. Вот, ребята, подписывайтесь и вы, пожалуйста. И не переключайтесь, впереди вас ждет очень много интересного. Оставайтесь на канале Карусель. С добрым утром, девочки и мальчики! Удачного всем дня! С добрым утром, малыши!